Слушайте, я сюда даже... Я пошла назад, до свидания. Как ты? You my friend now. О, господи, реально! И в реальности есть, да? Нет! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы будем играть в одну очень интересную, популярную новую игру. Многие из вас просили поиграть в нее в комментариях. Это Poppy Playtime. Я не совсем знаю, что от нее ожидать. Ёша мне в паре слов рассказал, что там вообще будет, но давайте сейчас все увидим своими глазами. Ну что, поехали? Ну что, ребят, этот парень мне уже не нравится, но давайте начнем новую игру и будем надеяться, что он милый, классный, плюшевый и такой весь пушистый, в общем-то. Какой-то мужик! Я не знаю, есть ли субтитры в этой игре, но если они есть, я их пропустила, и сейчас мне придется послушать. Он говорит про какую-то куклу. А это первая кукла, которая может реально разговаривать с ребенком. И этот мужик меня тоже очень напугал сейчас. О, господи. Не, ну выглядит неплохо, но вот такие звуки всегда пугают очень сильно. Привет! Меня зовут Поппи. А я думала, Поппи это тот муж... Ну, не мужик, а это вот синяя игрушка. Ну, она немножко жутковатая. Слишком у нее огромные глаза. Она пахнет как маг. Я настоящая девочка, говорит. Прямо как ты. Который час, время поиграть. Интересно, это долгое видео, потому что у меня, кстати, немножко тиховато. Надо сделать погромче. А я не могу, у меня мышь игра отобрала, поэтому... Это жутко. Всех приглашают на фабрику игрушек. Кстати, маг большой тут нарисован. И что еще говорили? Что эта игрушка чувствует себя настоящей девочкой. Это страшно. И она любит быть красивой, как настоящая девочка. Ну что, поехали, давайте смотреть. Найди цветок. Она все еще здесь. Все... думают, что персонал исчез 10 лет назад, но она все еще здесь. Найти цветок. Угу. Вау! А что так лагает? Добро пожаловать! Я реально думала, что это он, Поппи. Ну, раз Поппи не он и девочка, то бояться нам стоит ее и ее тоже. Господи, до меня мои шаги собственные напугали и отражение, и тут как будто что-то шелохнулось. Почему-то немного подлагивает эта штука, но я надеюсь, что вам это не сильно помешает просмотру. Господи, чё ж так... Меня меню вот только что напугало, что на паузу надо нажать. Зелененький проигрыватель. О, и зелененькая кассетка. Ее туда, наверное, вряд ли ее сюда надо совать. Давайте попробуем. О, там что-то написано было, не успела прочитать. О, телевизор. Привет, меня зовут... ты чего так быстро разговаривает? Я тут что-то изобретаю, походу, я не успела провести. Они очень гордятся своей фабрикой, и здесь очень много всяких скрытых триггеров. Никаких спойлеров, очень серьезная какая-то система защиты. Он еще больше меня напугал, он сказал, что будьте уверены, короче, в том, что вы делаете, что это того стоит. Походу так, ребят, очень быстро говорят. Возможно, здесь есть русский язык, только я об этом не знаю. Поэтому более сложный летсплей от Ланы получаем, которая пытается выучить английский. Там паровозик. Открыли дверь. И чё он тут? Он же не будет на меня нападать. Ладно, бегать могу. О, ребят, я могу бегать. Коробочка. Я, короче, сейчас долго буду разбираться. Может быть, мне сначала стоит посмотреть все здесь, а потом уже что-то где-то нажимать. Пока больше некуда идти. Коробочки уронила. Ага. И, значит, здесь у нас какой-то секретный код. Я не знаю, что я нажимаю. Это наверняка было неправильно. Давайте вот так попробуем. Тоже неправильно. Но тут, по крайней мере, 4 цвета. Давайте искать. Ну, тут вот весь пол в каких-то... Не, ну, может быть, конечно, красный, синий. Ну, типа, чтобы войти, желтый, надо разный. Ладно, все. Так не сработало. Пошли искать, что у нас тут есть из подсказок. Единственный, по-моему, положительный персонаж здесь. Это вот этот вот парень. Он классный. Господи. О, я и прыгать могу. Классно. Знаете, немножко напоминает мне аниматроников. Так, подождите. А поезд у нас... Зеленый, не понимаю, он какой-то разноцветный. Ну, типа, он сине-зеленый, потом розовый, потом желтый, потом красный.
Давайте проверим, я не знаю. Там синий или зеленый сначала? По-моему, синий. Потом желтый, потом розовый, потом красный. Так, а синий, желтый, розовый, красный. Нет. Зеленый, желтый, розовый, красный. Зеленый, розовый, желтый, красный. О, господи! Сработало. Я не знаю, как это получилось. Наверняка либо это реально паровозик, либо просто мне сейчас повезло. И мы заходим. О, новая кассета. Надо ее. Тут что-то написано. Давайте почитаем. Можно забрать? Блин. Да покажите. Я не знаю, сколько жутко это сейчас выглядит. Я просто пытаюсь прочитать, что тут написано. А, ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, давайте. Возьмем это. Куда это? Мне нужен проигрыватель. О! А, ну понятно. Плейтайм! Чего это? Шланг с руками? Прикольно. Возьмите эти в руки, короче. Это, кажется, мне рассказывают. Угу. Эта штука туда и обратно. Я не прочитала, ладно. Не стреляйте. О, господи, в сотрудников, иначе вы можете оторвать им голову. Это ужасно. Так, можно, значит, в разные стороны. Спасибо. Пожалуйста, используйте грэп-пак ответственно. Который час? Время поиграть. Отлично. Это оно? Реально! Ребят, а я... А, ну то есть мне реально это да... Спасибо. Это теперь мое. А туда я могу пролезть, кстати? И... Мне надо на что-то нажать. Давайте ей в лобешник. Поппи хочет поиграть. Поппи или папи? Ну, папи как бы это щеночек. Вряд ли тут речь о щеночке шла. Ребят, я зацепилась. Я не могу отцепить. О, господи, уронила коробочку. А, ладно, сейчас я, пожалуй, разберусь, что с этим вообще делать. И мы будем идти дальше. Вот, кстати, я не поняла, я правильно? Это реально я угадала из-за него или мне просто повезло с цветами? Ну, да ладно. Ребят, я вижу руку! Это круто! Синенькая, А куда идти? А пропустить? А можно как-то через турникет пройти? А пропустите меня как-нибудь? Ребят, ну мне очень надо. О! Реально перепрыгнула! Слушайте, я сюда даже... Я пошла назад, до свидания. Это этот парень, блин, он страшный, он огромный. Я думала, он меньше хотя бы. Знаете, такие игрушки, они обычно не такие гигантские. Ну да ладно. О, тут ручка. А, ну тут что другая. Видимо, мне сюда пока рано. Пауэр. Значит, а, это, кажется, те головоломки, про которые мне говорили здесь в первом ролике. Не открывается, ладно, хорошо. Тестировка какая-то тоже не открывается. Что это у нас? Ничего не открывается, а куда идти? Все, ребят, я, короче, застряла здесь. Кафетерий, пойдемте в кафетерий. В любой непонятной ситуации идите в кафетерий, все будет круто. Как открыть, блин, турникет? Не хочу через него прыгать. О! Стойте, ребят, у него ключ какой-то в руке. Он был у него? Отдай. Это мой ключ теперь. Откуда он? А, отсюда, отлично. Только для персонала? Да я практически персонал. Я тут живу. Плюс работаю или как-то... Я, короче, везде буду нажимать, потому что почему бы и нет. Что у нас? Что это за штука? Получай. А, слушайте, не все можно. О! Это мне, это сюда. А, и чё? Довольно сильная рука. Схватите. Короче, очень классная фабрика. Как они это вообще придумали? И что мне теперь? Меня током не шибанет? Я очень надеюсь, что нет. Так, ребят, прошло какое-то время. Я сейчас вам покажу, что здесь надо делать. Здесь надо вот так вот. Вот так вот ходить. Вот так вот. Потому что больше нечего. А потом вот. А потом все. А что дальше, я не знаю. Я же вроде довела. Ребят, кажется, я сделала то, что нужно, потому что вот этот вот парень, вот этот вот отличный наш друг, он теперь не здесь. И вот тут появилась рука, которую мы используем. Вернее, это наша рука, но, в общем, короче, мы идем дальше. Отдай. Сделай друга, нам тут говорят. Там вот что-то было. Оно вот сюда уползло. Мне это не нравится, поэтому я пойду в другую сторону. В сторону не пойду, кажется. Ладно. Осторожно, не входить. Только для персонала. Почему так темно, господи? А, ну хоть подсветили. На этом спасибо. Очень страшно. Ребят, я давно не снимала такие вещи с камерой, еще и ночью, а еще и вот это вот все. Да блин. Кстати, реально сейчас ночь, сейчас где-то 12:40. Почти час ночи. А я...
Ой, это я думала, это амонги, а потом думаю, откуда здесь амонги? Сюда какую-то кассету надо, надо кассету найти. Тут нету. Обидно. Помните о том, что нужно брать перерывы. Это классно. О! Блин! А куда? А, подожди, так это ж логично. Короче, мне надо такие штучки найти. Но это очень просто. А где они? Еще кассету надо где-то найти. Ладно, ребят, я пошла их искать. Я пока не нашла ничего полезного, но вот это просто посмотрите. Это мое теперь. Так как-то... You my friend now. О, господи, реально! Я просто сама себя напугала. Ладно. О! А вот это я знаю. Это мы открываем сейчас. Давай, да блин, а быстрее открывайся. Но я, в принципе, уже пройду. А мне больше и не надо, понимаете, чтобы... А, так это я нашла просто короткий путь. И мне сейчас тут то же самое с другой стороны надо сделать. Все, логично. О, ребят, так это же я кассету нашла только что. Давайте поставим ее, посмотрим еще один мультик. Итак, там не успеваю разглядеть, что там написано. Какой-то Рич есть, он что-то рассказывает. В общем, давайте я, наверное, сначала посмотрю, а потом вам расскажу. Ричу явно не нравится компания. Он назвал ее только что глупой. Короче, ничего не понятно. В общем, Ричу не нравятся коробки этой компании, и вообще он такой, как тут все плохо. Вот, а мне все нравится, лестницы у них классные, конкурсы интересные. Там что-то закрылось. А, ну вот эта вот штука должна хватать коробки, а я ее сейчас включаю. Или пытаюсь узнать, как она включается. Ой, ребят, там кажется зелененькая. Это точно, это она. Да в смысле, дайте сюда. Ладно, думаете, мне сложно? Я на коробке заберусь, если, конечно, не упаду. Опа, мое. Сейчас что-то должно произойти, ребят. Я ее поставила, и музыка такая, и мне кажется, что это конец. Да блин, да дайте я тут перепрыгну. Ну ладно, сюда нельзя прыгать, я поняла. Ребят, так вот же еще одна. Отдай. И, кажется, красненькую осталось найти. Ребят, я полчаса искала эту штуку, а он спрятан вот здесь. Обалдеть. Вообще не видела. Ну, если не полчаса, то реально очень долго, потому что... Уже куча времени прошло. Да выпустите меня! Залезла в кастрюлю. Итак, получайте последний 2-2-2-2 тут написано. Вау. И чё? А, он сам будет работать, да? Ребят, а я все думала, что это? Это, походу, вторая рука! Да! Я видела ее там, и тут красненькая. Как взять? О! Быстро наделась. Ну чё, ребят, мне, значит, сразу сюда, ну я так понимаю. А, ага, это правая и левая. Удобно, очень здорово. Опасно, не входите, что я сделаю, конечно же, пойду. Отдай, отдай руку. Сейчас будет что-то страшное. Возьмите, чтобы завершить. А это мне сюда? Мне сюда не пускают. И сюда тоже не пускают. И чё, это все? Ребят, я не понимаю. Я не понимаю, что делать. Сюда не пустят, туда не пустят. Куда... Здравствуйте. Ага, значит, сюда можно идти. А что тут у нас еще? Ничего себе, тут коридоры, оказывается. О! Забавно, ладно, туда нельзя. И что, и как? А, ребят, я, кажется, в безвыходном положении. Что-то поехало, как будто зажглось. А, ребят, подождите, а может я отсюда дотянусь? Ха! Взломала игру. Ой, подождите. Секундочку. Я что-то сделала. Я поехала. Обалдеть. Короче, тут все на каких-то цепях электрических, кстати. Блин, это настолько круто. Я очень люблю головоломки, особенно которые в реальности есть. Да? Нет! Блин, я думала, какие-то пакости на меня. Не надо, пожалуйста. Это что, пчела? Кажется, кто-то пчела какого-то сломал. Нет, пожалуйста, не нужно. Ребят, мне не нравится, что происходит. Сейчас этот еще... Блин, что-то лагануло. А, нет, я приехала. Это что, голова? Голова чья? Это пчелы или котики? Или пчелокотики? Вы кто? Ну что, ребят, я не знаю, куда дальше это все пойдет, но я надеюсь, что на этом моменте может сохраниться, поэтому давайте, наверное, на этом и закончим, и продолжим с вами в следующий раз. Я не знаю, насколько длинная эта игра, сколько мне еще осталось здесь проходить, что там меня ждет, но атмосфера очень классная, мне нравится, поэтому, ребят, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующем видео. А я, наверное, прямо сейчас продолжу записывать следующую часть и посмотрим, что из этого выйдет.